Сегодня случилась премьера фильма Мирослава Слабошпицкого «Племя», который рассказывает о непростой жизни в интернете для глухонемых. Слабошпицкий снимает кожу с мифа о глухонемых, о мире глухонемых, показывая настоящую мафию, которая царит в этом учреждении, где живут молодые люди, лишенные возможности говорить и слышать. И вот буквально только что закончился специальный показ премьера фильма Сергея Лазницы «Майдан», посвященный главному событию последнего года в Украине. Это абсолютно чистое документальное кино без строчки закадрового текста, который созерцает то, как мирный протест превращался в жестокое противостояние между людьми и властью. На премьере был абсолютный аншлаг, было очень много гостей, среди прочего можно было видеть русского режиссера Андрея Звягинцева, который в этом году в основном конкурсе борется за золотую пальмовую ветвь.